Приехала ко мне куколка Барби Лукс из второй волны. И это блондинка с молдом Андра на стандартном теле. И коробочка абсолютно такая же с надписью Барби Сигнатюр Лукс с тремя куклами из этой линейки. И в стальном варианте написаны все надписи. Это модель номер 8. Комплектация такая же, подставочка, никаких аксессуаров. С обратной стороны сертификат подлинности Барби Лукс, Барби Сигнатюр, Black Label. Вот я вытащила ее из коробки, и выглядит она вот так. Белокожая девушка с короткой прической. И вот он какой молд Андра, это новый тоже молд. И очень интересный макияж. Ну, брови, понятно, светлые. Все-таки она блондинка. Внизу подводка бирюзовая. И верхние тени такие слегка лиловые. Розовые губки. Улыбка закрытая. Ну, опять-таки, улыбки у нее нет. Просто закрытый рот. Губы ярко-розовые. Легкий румянец. И посмотрим на прическу. Флок. Прическа очень похожа на прическу парня из первой волны. И вот я вижу, тут что-то неровно подстрижено с этой стороны. Точно. Придется стричь, подравнивать это все. Молд 21 года. С таким молдом еще кукол не выпускали. Да, немножко неровно, сильно залачены волосы. Я не очень вообще-то кукол люблю с короткими волосами, но, в принципе, конечно, для разнообразия обязательно надо. Юбочка настолько узкая, что развести ноги в юбке невозможно. Как я и предполагала, нитки торчат. Мало того, что разной длины, так еще и ниточки торчат. Да, одна половинка длиннее другой. Ну, не намного. Юбочка еще и сзади имеет присборенность. И по бокам. Из блестящей ткани. У меня такие новогодние мешочки были для подарков. Кукла на стандартном теле Made to Move. Светлого скинтона и размер оригинал, то есть так же, как у оригинальных Барби, то есть стандартное телосложение. 22 точки артикуляции, локти, плечи, грудь, бедра, колени и щиколотки. Это мне кажется, или на самом деле щиколотки немножко другого оттенка. То есть ступни немножко другого оттенка. Или это так просто выглядит. Или это просто резина отличается от пластмассы. Ну, так чисто внешне не видно, что разное. А на видео почему-то смотрится разным. И по сравнению с Petite, она смотрится достаточно высокой. Даже при снятии каблуков. И на ее теле тоже есть заусенцы, которые требуют доработки. Ну, так явных ужасов нету, чтобы сильно торчало что-то. В общем-то, все очень даже неплохо. Если сравнить девчонок Made to Move, какие у меня есть из светлых оттенков, Виктория, наверное, самая светлая. Андра почти такая же, как и Виктория, но чуть-чуть по-розовее. Девушка с фиолетовым с фиолетовыми волосами, она на теле Made to Move рыженькой пухляшки. Они одинаковые с танго. И следующая идет стандартная
фашинистка, колясочница. И дальше у нас Лукс, китаяночка. Она такая розовая совсем. По сравнению с Барби, по сравнению с остальными всеми. Вот так выглядят девчонки Мэйд ту Мув. Ну, не знаю, вообще бывают разные, между прочим, оттенки. Я покупала толстушек, когда у меня одна более бежевая, другая более белая. Тоже нужно смотреть. Они разнотонят. И вот теперь девушки первой и второй волны в сборе. Несмотря на недостатки, мне эта коллекция очень понравилась. И я буду с нетерпением ждать третью волну. Хотелось бы, чтобы она была. Большое вам спасибо за внимание. Желаю вам творческих успехов, красивых куколок. С вами была Рина, любительница кукол. До новых встреч! Thank you.